Президент Татарстана вручил ключи от 16 автомобилей сотрудникам Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Как отметил Рустам Миниханов, новые машины помогут более оперативно выявлять нарушения природоохранного законодательства. Сотрудники МЧС начали объезд жилого сектора, где проживают одинокие пенсионеры и инвалиды. Вот уже 7-й год подряд спасатели и волонтеры очищают от мокрого снега крыши и дворы. Адреса нуждающихся в такой помощи предоставляют органы соцзащиты. Владельцев торговых центров законодательно обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Госдума готовит специальный законопроект. Комиссия планирует завершить работу по подготовке законодательной инициативы уже в весеннюю сессию.